Фунисия – это род дикарских организмов, содержащий единственный вид – Фунисия доротея. Организм представляет собой вертикальное, подобное червю ископаемое. Фунисия достигала 30 см в высоту. Организмы росли плотными колониями и размножались половым путем. Хотя эволюция пола имела место до возникновения этих животных, и доказательство полового размножения наблюдается у красных водорослей возрастом около 1,2 миллиарда лет. Фунисия является одним из старейших известных животных, для которых доказано и имело место полового размножения. Его родство с другими животными неизвестно, но возможно оно принадлежит париферам, губкам или книдариям. Род и вид были записаны в газете в 2008 году. Родовое название Фунисия происходит от латинского «веревка» и произносится в рифму с тунисом. Видовое название Доротея дано в честь Дороти Дрозер, матери доктора Мэри Дрозер, одной из ученых, исследовавших организмы.